Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня мы с вами снимаем TikTok мейкап, и после мы запишем видео-челлендж на тему мяу-мяу. Берем базу P. Louis, наносим на все веко кисточкой номер 5. База будет очень хорошо удерживать макияж. Карандаш номер 5 для губ и выводим стрелку. И сразу подчеркиваем орбитальную впадину. Рисуем немножко выше родной складки. Белым карандашом Wacom рисуем над нашим красным карандашом. Повторяем волну. И теперь тем же карандашом мы затушевываем нашу стрелку. И чуть-чуть прорисуем сверху над нашей белой линией, для того, чтобы был объем. Берем первую кисточку Face и оттушевываем по кругу. То есть не ровно, чтобы у нас не было ровной линии, а полукругом. А сверху оттушевываем кисточка Face номер 4. Берем белую помаду Anastasia Beverly Hills. Наносим на внутренний угол. Далее берем Супру Make Up For Ever. И красная помада Anastasia Beverly Hills. Белой рассыпчатой перламутровой пудрой закрепляем внутренний угол. Также эту пудру наносим на разъем. NYX персиковые тени. Закрепляем персиковый цвет. И выходим чуть-чуть выше. Наташа Денона, красный цвет. Теперь бежевым цветом подчищаем все выходы. И закрепляем верхнюю линию персиковым цветом NYX, который у нас был на центре подвижного века. И прорисовываем стрелку черной подводкой. Один, погнали. Обычно мяукни, мяу. Секси мяукни, мяу. Мяукни как робот, мяу. Мило мяукни, мяу. Мяукни как мальчик, мяу, мяу, мяу. Мяукни как крутой, мяу. Так, ну что, кто рискнет повторить и отметить меня в сторис? Давайте, лучшие мейкапы получат, конечно же, от меня футболки. Ну что, здрасте, до свидания. Секси TikTok. Сейчас еще раз. Да, просто мяу. Мяу.